Здравствуйте, с нами Кэрри, команда Gentleman's Only. Представьтесь, пожалуйста. Владислав Паник Архицкий. Здравствуйте, как давно вы играете вместе? Привет, ну мы собрались с начала турнира, вообще с капитаном команды я играл прошлый турнир, мы довольно неплохо сыграли, там кое-какие заминки получились, а этот просто собрались в стак, решили попробовать свои силы, ну вот пока вышли по финалу. Расскажите о своем пути к успеху. Пути к успеху? Ну, мы собрались просто как бы попробовать, ну, покатать, а так получилось, что команды довольно-таки, ну, слабые были вначале, и повезло выйти дальше. Почему ваша команда именно так называется? Потому что, не знаю, потому что на других турнирах тоже такое было название. Вообще, первоначально было название «Саша плюс 4», и мы решили как-то посолиднее немного назваться. Gentleman's Only. Вот так. А вы знали что-нибудь новое о своих соперниках? И что узнали? Ну, то, что они вчера... То, что они очень вспыльчивые. И в конце игры, когда они выигрывают, они начинают там писать грубые вещи. Не знаю, это не спортивное поведение. Это их не стороной. То есть вы считаете, их нужно немножко охладить? Нужно немножко охладить. Сегодня мы это сделаем. Я согласна. Кого бы вы кикнули из своей команды, если бы у вас была возможность взять на его место Дэнди, Дреда или... У Дэнди есть своя команда, мы хотим своим составом, мы сыгрались, нам нравится с друг другом брать, и довольно все прижились, никого не хотелось бы кикать. Как вы думаете, за что вы сражаетесь? Там, за честь, ну, за славу? Ну, для начала будем сражаться за честь и славу, а там дальше посмотрим, какие турниры пойдут, что дальше. Хорошо. А бывало ли такое, что вам снились какие-нибудь персонажи Dota 2? Ну, не знаю. Наверное, нет. Не настолько, что там под ночами думаешь о Доте, чтобы снилось что-то такое. Ну что, вам приснится еще? Да, может быть. А что вы тут делаете вообще? Учусь полететь. Простите, мне тут просто вопросы написали такие. Вот. У меня есть один друг, у которого 1,5 к ММР. Что вы ему посоветуете? Ну, играть, нарабатывать опыт. У каждого, когда не было ММР, там все были равны практически. А сейчас этот ММР, он, ну, особо грубо не играли. Если ты играешь хорошо, ты играешь хорошо. Отлично. Спасибо за ответы на ваши вопросы. Не за что. Было приятно с вами пообщаться. Тоже было приятно. Здравствуйте, с нами капитан команды Владосик Влад Кудашев. Извините, а команда названа в вашу честь? Ну, это решение было принято командой без меня. Получается, мою. Расскажите, как давно вы вообще играете вместе? Вместе, ну, с некоторыми людьми мы играем уже 1,5 года, и с некоторыми только в последнее время познакомились, то есть это 2-3 недели. Ну, то есть мы, когда анонс был, мы начали искать игроков, как-то знакомиться, и вот так получилось. А вы вообще впервые на лане своей команды? Нет, мы в первом сезоне еще были, но тогда лан не особо состоялся. Нас отправили домой и сказали, ребят, играйте онлайн, и поэтому, ну, можно сказать так. Есть ли у вас какие-то домашние заготовки, которые вы вот серьезно готовитесь перед ланами? Ну, на самом деле, заготовок сейчас ни у одной команды нет, потому что сейчас одна мета есть, это джиггернауты, лины, какие-то тролли, и ни у кого заготовок нет, все просто берут сильных героев и идут дерутся там. Нет никаких ни у кого заготовок, я думаю. Хорошо. У меня есть друг, у которого 1,5 к ММР. Что вы можете ему посоветовать? Посоветовать? Да. Ну, на самом деле, побольше смотреть каналы популярных игроков и как-то вот за счет них учиться чему-то и поднимать свой ММР сна. Хорошо. А бывало ли у вас такое, что вам снятся персонажи Dota 2? Ну, пару раз было. А кто, если не секрет? А это секрет. Значит, я, точно. Ну, конечно, конечно. Как же без Яночки? Сколько фанатов приехало вас поддержать? Пока что только наш менеджер. А кого бы вы взяли в свою команду, если бы у вас представилась возможность кикнуть кого-нибудь рандомного и взять на его место Дреда, Дэнди, там, Лоду? Лоду. Ну, на самом деле, я бы набрил всю нашу команду и взял бы секретов поиграть. Вот, я думаю, вот так. А меня бы взяли? Да. Отлично. Спасибо большое, что ответили на мои вопросы. Было приятно с вами пообщаться. Спасибо.